Привет, друзья! Продолжаю тему разнообразных товаров из Китая. В этом видео будет еще 10 вещей, которые могут вам пригодиться. Ссылки, цены и 7% скидка есть в описании. Досмотревших видео до конца ждет конкурс, а мы начинаем. Поехали! Одна из самых популярных и качественных зарядок для аккумуляторных батарей. Я купил себе вариант на 2 порта, хотя можно выбрать и с одним, и с 4. Поставляется зарядка в прозрачном чехле с кольцевым подвесом для удобства хранения. В комплекте только инструкция и кабель USB для подключения. Завоевала популярность данная модель своей ценой и хорошими характеристиками заряда. Качество и компоновка материалов мне также нравятся. С передней части есть 4-уровневая индикация для каждой батареи, центральная кнопка переключения режимов силы тока заряда. В задней боковой части есть 2 порта, один микро-USB для питания, а второй USB. Как вы поняли, то эта зарядка может выступать в роли пауэрбанка. Это еще один главный плюс модели. Я пробовал установить аккумуляторы 18650, да и с обычными батареями формата 2 и 3А проблем нет. В качестве проверки работы пауэрбанка я использовал USB доктор и нагрузочный резистор. На выходе результат отличный. При 5 вольтах 0,97 ампер. Заряжать ваши гаджеты можно в экстренных ситуациях. Также можно подключить другие устройства, например, портативный USB LED светильник. Отличная вещь для этой ценовой категории. От себя рекомендую. Пластиковый настенный карман-держатель для смартфона. Заказан был на AliExpress в магазине Ugreen. Компания выпускает зарядки, кабели, переходники, сплиттеры и много других различных гаджетов и аксессуаров не только для смартфонов. Я уже купил и получил несколько товаров, все они будут в следующих выпусках. Товары свои фирма пакует в фирменные пакеты. Внутри находится картонная коробка, а внутри держатель. Цвет белый, в задней части плоскость, на которой прочный 3М-скотч для закрепления на стену. Качество хорошее, можно размещать возле розеток, в ванной, на кухне. Влагозащищенный портативный Bluetooth-динамик в форме куба. Продавец позаботился об упаковке. Помимо основной, внутри также есть заводская с принтом. В комплекте силиконовый темляк, кабель USB, микро-USB для зарядки и сама колонка. В магазине есть несколько цветовых вариантов. На ощупь что-то среднее между soft-touch покрытием и резиной, но материал без запаха и приятный на ощупь. С передней части есть 4 управляющие кнопки, нажимаются тактильно хорошо. Ушко подвес присутствует. В задней части за заглушкой прячутся разъемы для зарядки и для установки microSD карты. Там же присутствует и индикация заряда встроенного аккумулятора. Если честно, то чего-то сверхъестественного по звуку я не ждал, но на деле оказалось лучше, чем думал. Звук хороший, громкости хватает. При использовании смартфона на максимальной громкости хрипов нет. Да и бас присутствует. Набор кнопок в количестве 250 штук. Цена за такой набор около $4. Было у меня пару случаев, что приходилось оббегать полгорода, чтобы найти нужный вариант. Тут представлены самые распространенные электронные компоненты. Я использовал для замены кнопки на стиральной машине и в видеорегистраторе. Пересчитывать, конечно, не буду, но комплект хороший для этой цены. Дома не помешает, а в трудную минуту сможет выручить. Да и 10-секционный бокс также считаю плюсом. В одном из выпусков топ-20 товаров за 1-2 доллара я показывал вам небольшой пластиковый штатив. Купил для личного использования за $6 металлический. Вес сразу ощутил, что потяжелее будет предыдущего. Подвижные механизмы раскладки ног также выполнены из металла. Особенность еще в том, что данный вариант 3-секционный. При максимальном разложении длина получается более 26 см. Как в качестве дополнительного штатива второй камеры, либо съемки со стола подойдет. Я для этого и приобретал. Видеокамеру выдерживает без проблем даже на максимальной длине. 10-метровый патч-кабель. Продавец в подарок добавил небольшой кулер, зачем, не знаю, но все же приятно. Я уже покупал и показывал вам 5-метровые, попросили заказать еще такого же плана. Протестировать уже успел. Работает устройство посредством соединения без каких-либо проблем. Прочный на разрыв, быстрая доставка и возможность выбора длины вплоть до 1 метра. Совместимость со всеми устройствами, как вы поняли, и советовать к покупке я вам могу. Ссылка на проверенного продавца есть в описании.
Лампа для походов, аварийного освещения и подсветки темных мест на даче. Поставляется в плотной картонной упаковке с принтом и перечислением основных характеристик. Яркость до 130 люмен. Встроенный аккумулятор на 850 мАч, что должно позволять работать лампе от одного заряда полного до 5 часов времени. Внутри помимо лампы находится солнечная панель с кабелем, на конце которого микро-USB разъем. На лампе есть светодиодный индикатор заряда, кнопка включения и удобный подвижный крюк для подвешивания. Для уличных построек, где не проведено электричество, для сельских туалетов и других ваших потребностей. При желании можно сделать выносную кнопку. Товар очень популярный, более 5500 продаж и много положительных отзывов. Влагозащищенный настенный светильник, который также имеет на борту аккумуляторную батарею. На AliExpress огромнейший выбор подобных вещей. Я в прошлом году покупал и показывал два варианта. Многие писали, что в первый же мороз они умрут. На деле скажу так, продержались всю зиму и по сей день работают. Данный вариант обладает встроенным датчиком освещенности, поэтому днем они автоматически выключаются, а ночью включаются. Хватает также примерно на 5 часов работы. Причем есть два режима яркости. Буду тестировать и эти модели, но думаю, также проблем не будет. Кредитная карта из Китая. Нет, это не шпионский и не запрещенный гаджет, а всего лишь флеш-накопитель в таком дизайне. У продавца есть выбор различного объема памяти и различных карт. В моем случае это 8 гигабайт. Материал пластик. Очень похоже на настоящую карту. Возможно, будет удобно носить с собой и не потерять. Более 10 тысяч продаж данной модели. Весьма популярная и востребованная вещь. Одна из самых бюджетных охлаждающих подставок для ноутбука. Коробка немного пострадала при транспортировке, но устройство осталось целое. Внутри коробки помимо блока с кулерами ничего нет. Для многих важен вопрос шумности данного устройства. Включил, протестировал и скажу так, что уровень шума пока новый, минимальный. Как будет себя вести устройство дальше, сказать не могу, но многие покупатели остаются довольны. Крутят, дуют и охлаждают. В следующих выпусках будут еще интересные, полезные и даже бесполезные товары, так что не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик возле подписки, чтобы вы точно ничего не пропускали. Не забывайте использовать 7% скидку на все товары, а для победы и участия в конкурсе вам нужно поставить лайк, подписаться на канал, а в комментариях напишите, у вас дома компьютер или ноутбук. Разыграем 200 рублей на счет мобильного уже через неделю. Мне будет интересно почитать. Всем желаю удачи и приятных покупок. Увидимся!